вкуснейшие, очень нежные и сытные блины или лепешки из кабачков. Можно готовить каждый день и не надоест, хоть на завтрак, хоть на перекус. Жарятся как блины или оладьи на сковороде. Залил, перевернул и готово. Итак, 2 яйца, щепотку соли, черный молотый перец. Немножко взбиваем венчиком. Добавляем 300 мл молока комнатной температуры, грибную приправу и перемешиваем. Далее добавляем 250 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. И хорошо вымешиваем тесто. Нарезаем лук и укроп и добавляем их в тесто. На терке натираем 200 грамм твердого сыра и тоже перекладываем в тесто и вымешиваем. Кабачок натираем на терке и тоже отправляем в наше тесто и хорошо вымешиваем. Сковородку смазываем подсолнечным маслом, наливаем тесто и равномерно распределяем его. Накрываем крышкой и на маленьком огне жарим 5 минут. Затем переворачиваем на другую сторону, накрываем крышкой и жарим еще 2 минуты. И так повторяем с остальными блинами. В итоге получилось 4 блина. Приготовьте такие блины из кабачков. Они всегда получаются нежными, сочными и ароматными. Можно подавать со сметаной, к чаю или утреннему кофе. Благодарю всех за внимание и желаю приятного аппетита!